может стать первым на земле человеком, который побеждает 6 матчей подряд во главе Манчестер Юнайтед. И разослали по компьютерной сети. Вдруг получил травму, и вместо него Диого Далот появляется, ну, то есть Янгл. Что касается, ну, естественно, больше будем говорить про Манчестер Юнайтед, потому как эта команда имеет огромное количество болельщиков. Добавляю уверенность в том, что все будет замечательно. Маркус Рэшфорд на наших экранах. Ну, я говорил... Брайтон, прошу прощения, над Борнмутом. И ничья с Вест Хэмом. Вот что случилось в последних матчах у Брайтона. И это был действительно первый тайм удовольствия от игры Манчестер Юнайтед. Ну а дальше удовольствие от игры Тоттенхэма, который придумал, как предложит Оле Гуннар Сульшер, как скрыть эту оборону. На штрафную без результата. Полт. Рэшфорд оставляет поле. Погба попадает в гол. Сейчас... Это на под удар Янг, Далот. Слева играет. На самом деле, таки на правый фланг отправил. Ну, правый переложить. Это сложно. Вот как раз около него и мечется защитник. Ну, это с прошлого сезона идет отчет. Удар по воротам. Ну, смотрите, дошли, пробили. Очень даже ничего получилось. И у Лакади. Ну, и человек, который раскрепощен. Сейчас много кросс. Линделев. Ты. Витя. Янг. Необычное решение. Рядом был игрок. В итоге бросок. Брутанулся. Камерунец. И угловой уже привозит. Подача. И удар в створ ворот. Не очень тяжелый. Давид Де Хеа легко этот мяч. От Брайтона первый был, ну, почти опасный. Сейчас Линделев смахнул мяч. Ступать назад. Вот момент. Удар по воротам. И еще шанс. Удар. Ух ты. Сейчас вполне еще. Очень наивный. Янг. Пока без ворот Манчестер играет. Маррей. Опять достаточно много локтей. Янг, касание, прострел, удар. Повезло Юнайтед в этой ситуации, везет Брайтону в этой. Везение рука об руку идут, что этот мяч должны были перехватывать. Вот бомб, удивительным образом, по ничего не попадает. Интересный розыгрыш Юнайтед, Рэшфорд. Ух ты, забрасывал дальний угол сейчас. Террера. Лакадия поехала, нога, как неприятно. Фол. Брайтон, ну-ка, падение Погба. Пенальти. Поль Погба зарабатывает 11-метровый удар. Ну, давайте смотреть, у нас повторы имеются. И Баттон. Так, можно чашку кофе выпить. Очень точный и легкий удар Поля Погба. Легкий по ощущению, никак не по исполнению. Поль Погба. Человек, который вовлечен практически в половину мячей своей команды. При новом режиме. Ну и вот, пожалуйста, назовите. Неплохо. И скидка в центр вратарская. Здесь Далот выбивает мяч. Положение вне игры. Бонг забрасывает штрафную. Далот там, кстати, проиграл позицию Джонс. Янг. Боре. Марей. 20 копеек Джонс ему должен занести. Вот и цифры. На Олд Траффорд. Марсиаль. Вот это совсем другое дело. И красиво. Нет офсайда. Отличное движение. Антони, и все, и так себе подработал. Ну-ка. Впереди-то большой матч с Арсеналом в кубке на выезде. Да. Маррей там. Матич. Даффи летел. Тоже со стандартами все в порядке. Бонг. Здесь тоже жест. Да вот.
Рядом Решфорд, и на него передача. Решфорд как здорово обыгрывает, и великолепный гол забивает Маркус Решфорд. 2-0. Потрясающее индивидуальное мастерство молодого человека. Так выглядит будущее Юнайтед. Таким оно уже является в настоящем. Маркус Решфорд. Его касание переводит мяч на фланг. Следим за ним, да? Вот. Ну и избежать индивидуальных ошибок. В случае вот сейчас тоже зачем? Монтой Мартин сильно не прав. Ну и все, упрощать. Но действительно рассчитывать на такие вещи не обсудить. Концерт Погба. Марсиаль. И рикошет, мяч летит в руку. Один заход. Марч. Двух связал. А дальше подача в штрафную. Ну, опять концентрация игроков Юнайтед. Невероятно. Рождества родилась. Родился ребенок. Девочка у него. Внимание, Матич третий раз стал отцом. Вот играющий слева. И, в общем-то, неплохо все это делающий. Но фон соперника таков, что цвета. Комфортная позиция для Марсиаля. Соли Марч. Решфорд. Выдыхает стадион. И сам Маркус. Забывается про план Б. Вечный план Б. Что для Мойса, что для Ван Гала, что для Мауриньо. Это Муран. И надо сказать, что иногда это получалось. Бонг. Ну, ты же можешь. Отец говорил, иди купи газету. Ух ты, видите, какой. Склеился под этот спич. Марсиаль. И без офсайда. Ну нет, тут пенальти не дадут. Телем. Там все заколочено у Брайтона, поэтому приходится вытягиваться опять красоту какую. Диванстый. Да, они создали два момента, но вот нет никакого движения. Марсиалев едва не уложил третий мяч. Ворота. Великолепный перевод Решфорда. Янг. Ну, на раз, два, три. Могли сейчас завести этот мяч в ворота. Линию. Так, момент. И ну, все правильно делал. Потому что... С Флорином Андона. Ну вот. Собственно, он в 12 лет приехал в Испанию. Решфорд. Янг. Прострел. Я думаю, что сегодня такое соревнование наметилось, кто забьет больше. Решфорд или... Да, вот, один в один. Марсель еще пришел на всякий. Ну, карт подача. Это было здорово. Марсиаль. Эррера. Рикошет, по-моему, был небольшой, но в любом случае. Будет травмироваться. Хоппер. Внешний. Симпатичный момент. 2-1. И мяч в руки, побежали. Вот оно, возвращение интриги на Олд Траффорд. Паскаль Гросс, я говорил про его статистику, что он забивает Юнайтед часто. Делает это и сегодня. Вопрос к центральному защитнику. Да, вот смотрите, Джонс опекает Гросса. Вот он, его игрок. Он видит. А, этот, а да, да, тут Джесси. Может быть, и собирался именно его убирать, но выпускает другого футболиста. Пас на поле Погба рядом. Марсиаль. По левую руку Решфорд. Присутствует центральный защитник. Оп. Терни. Никакого резона в них нет. Какого-либо еще момент возникает у Брайтона. Мяч уже в штрафной. На поле очень результативно играет в этом сезоне. Только голевая передача в матче с Вестхэмом. Кстати, на Глена Мары тогда был единственный мяч. Пошел большой рук. Так. Чоппер. Залот. Хороший высокий мяч. И едва все не прилетело в ворота. В матче против Тоттенхэма. Не тот нас. Погба.
Его удар! Ух ты! Ближний, красиво! Не под давлением. Не в борьбе. И снова Эррера вот на секунду опережает соперника. Это делаем Линделев. Так, здорово. Локадия, прострел. Ну... Пугается, ну, дело.